оно, лето в Норвегии. Погода в этой стране весьма переменчивая. Очень-очень зависит от того, есть тучи на небе или их нет. Потому что, то есть мы сейчас пребываем, на самом деле, здесь в сезон. Это вторая половина июля и первая половина августа. Это самый сезон для посещения этих мест. Потому что в это время меньше всего дождей. Да ладно? Да. В это время теплее всего. Ну да. И больше всего солнечных дней. Так вот, ну, солнечные дни были, конечно, я не скрою. Вот, они, конечно, длятся, ну, не весь день, не до вечера. Что очень зависит от того, есть тучи или нет. Вот сейчас туча ушла, солнце греет, поэтому чувствуется себя как бы очень комфортно. Градусов 19. Ну, как бы 18-19 ощущение. Как только солнце закрывается тучами, ощущение у меня лично градусов на 10. То есть как бы сразу холодно. Если еще добавить к этому ветер, если еще добавить к этому дождь, то можете себе представить примерно ощущения какие. Эта погода вообще может меняться очень быстро. То есть час дождь, час солнце, потом тучи набежали. То есть едешь по дороге, там с одной стороны фьорда солнце светит, с другой стороны дождь льет. То есть нужно быть как бы готовым к такой ситуации по одежде особенно. То есть должно быть что-то теплое, должно быть возможность снять что-то теплое, чтобы остаться в чем-то, в чем не будет жарко. Плюс учитывать обувь, которая бы не расквасилась, да, там на ближайшем дожде. Учитывать нужно погоду в том, как вы организовываете свой сон. Я имею в виду палатки, спальники и то, что вы подстилаете под низ и так далее. Зонтики нам не понадобились вообще ни разу. Но дождевики, в принципе, неплохая штука. Они у нас есть с собой, мы пару раз пользовались. Не холодно? Мы сейчас не очень высоко, да, фактически вот на уровне моря, поэтому солнце греет и тепло. А вчера мы поднимались, то есть мы проезжали через перевал, добирались от одного фьорда к другому, и там температура нам показывала где-то порядка 10-11 градусов. Лежит снег еще такой, ну как бы он с грязью и все такое, ну как бы снег, который не тает. Поэтому там прям вообще прохладно, и чтобы выйти даже пофотографировать и прогуляться, нужно прям одеваться, потому что холодно. Гоша, а какой сейчас месяц? Зима. Зима? Судя по признакам, да. Мама, какой сейчас месяц? Гоша говорит, сейчас зима. Август. Если вы планируете останавливаться в заповедниках высокогорных, когда планируете маршрут, смотрите, на какой высоте. Потому что если вы заберетесь высоко, то там немножко нужно другую одежду с собой. Ну, либо же заранее бронировать какой-то кэбин, какой-то домик, чтобы ночевать, скажем так, в более комфортной обстановке. Хотя, конечно, в любом варианте вам понадобится ваш спальник. И лучше, если он будет теплый. Если будет жарко, вы всегда можете раскрыться. Но пусть он будет теплый, чтобы вы могли согреться в холодную ночь. Более того, когда идет ночью дождь, то оно прям комфортнее, уютнее, когда есть что-то мягкое и такое, куда можно спрятаться, да, ну, помимо палатки. Вот, так что погода, Норвегия. Не рассчитывайте на жару, не рассчитывайте загорать. Вот, будьте готовы. Особо купаться. Что будет прохладно. Купаться только, если вы моржуете так периодически, либо дети закаленные. Вот. То, что касается детей, кстати, да, вот момент. Взрослым холоднее, чем детям. По ощущениям, потому что дети больше бегают, они больше играют, и как-то они меньше замечают это все, потому что батуты и всякие эти развлечения, они скрадывают ощущение холода. Вот, и они вот даже в футболках, да, могут этим заниматься и нормально. То есть даже если бы мы смотрели, ну, например, я бы при такой температуре смотрела на чужих детей как-то странно. О, боже, они же замерзнут и простудятся. Вот, хотя на самом деле, ну, лучше быть слегка раздетым и не вспотеть на холоде, вот, чем вспотеть и заболеть. Так что вот мы пока держимся. Ну и ночи прохладные. Не, ну ночи, да. Ну, да. Я думаю, что где-то градусов 10 да. Примерно ночью есть. А пока вот наслаждаемся солнцем, пока оно есть. И лучше не смотреть на прогноз погоды. Прогноз погоды всегда показывает дожди. Ну, просто потому, что они всегда идут. Вот мы вчера, например, у нас было утро, начиналось с пасмурного, потом мы попали в ливень, потом мы ехали под солнцем, потом мы приехали, просто было пасмурно, потом дождик опять пошел. А ночью не было, кстати, дождя. Ночью не было, то есть утром солнце, ну, все меняется. Поэтому не сильно обращайте внимание на прогноз погоды, потому что здесь угадать прогнозу погоды, по-моему, нереально. Не будем угадывать. Да, просто радуйтесь каждому дню вот сидят, солнечному. Видишь, Картур смотрит, радуется. Мы уже где-то, наверное, час едем по Норвегии, и дождь не прекращается.
то ослабевает, то усиливается. Дорога узкая, лужа. Горники в деле справляются с потоком воды. Каждый день готовят нам сюрприз. Приготовить еду, например, весьма сложно, ну, под таким ливнем. Я не знаю, каким образом, то есть если у нас не получится заселиться в домик при таком дожде, я думаю, что мы попробуем это сделать внутри. Откроем банку тушенки и сожрем. Да. Дети будут счастливы. Это да. Будем надеяться, что вся вода выльется до вечера с неба. Ой, боюсь, что в Норвегии много воды. Ну, ее много и так, с этими озерами кругом. Но природа просто неповторимая, такого нигде больше я не вижу. Если вы приехали в кемпинг, а он весь затоплен водой и изрыт колесами машин, и дождики предвидятся, то нужно искать место на возвышенности. Вот мы нашли одно такое, оно, конечно, каменистое, не знаю, как будем спать. Дождик снова начинается, поэтому палатку нужно ставить быстро.